Всем оставаться на местах. Это ограбление. Спокойно, спокойно, приятель. Ты можешь ехать быстрее? Слушай, Джек, сколько еще миль до Снейк Вали? Увидишь. Дай нам только, чтобы доехать до того каньона. Садись, приятель. Давай тебя подвезем. Скоро уже стемнеет. Очень вам признателен. Спасибо. О, ты играешь на гитаре, и я несколько лет назад любил это дело. Дорогая, ты помнишь, как я играл на гитаре у тебя под окном, а ты окатила меня водой? Приятель, ты где-то играешь? Да, в церкви. Ага, понятно. А ты что, христианин? Да, я христианин. Иисус мой Господь. Ого, понятно. А мы атеисты. Вы должны понять, Иисус умер из-за вас. Да ну, неужели? Каждый человек грешен и нуждается в спасении. У буддистов и мусульман спасителя нет. Но вы должны понять, что Иисус умер из-за них. А что, через медитацию нельзя ли спастись? Нет, нужно только покаяние. А нельзя ли спастись добрыми делами? Нет. Хорошо, тогда как? Только через Иисуса. Что же я должен делать тогда? От тебя требуется только поверить и покаяться всем сердцем. Смотри, там какая-то церковь. Давай зайдем туда. Слушай, а вдруг там полиция? Ты не думай об этом. Давай войдем. Я желаю покаяться. Я тоже. Молитесь вместе со мной. Господи Иисусе, я принимаю Тебя в свое сердце, как своего Господа и Спасителя. Раскаиваюсь во всех своих грехах и предаю Тебе жизнь мою. Аминь. Сейчас Ваши имена записаны в книгу жизни. Привет, я Джулия. Привет, а я Румен. Интересно, а что это ты делаешь? Прожектирую фильмы об Иисусе.
нам пора идти. Мы тут оставим деньги, которые, к сожалению, мы украли. Пусть они пойдут на дело церкви. Мы покаялись. Нам пора идти. На следующий день. Ну-ка, какие у нас тут утренние новости? Убийство на 10-й улице. Как это все произошло? Жертва была убита отверткой, а точнее...